Всем здорово! Давненько мы с вами не виделись. 10 дней я не выкладывал ролики, но на то были свои причины. Я стримил, записывал для вас топовый контент, и вот он ролик на 50 с плюсом минут. Надеюсь, вы меня поддержите так же, как и на прошлом ролике. И мы наберем с вами 20к чизеров. Да, ребят, 20к чизеров это немного, ну и это цена следующего ролика. Да, вы же любите длинные ролики, да? А вообще, не забывайте писать комментарии. Они помогают нам продвигаться, и мы можем с вами попасть в тренды. Я читаю все комментарии, даже на прошлых роликах, и на позапрошлых, и на роликах годичной давности, поверьте мне. И в ВК я тоже всех добавляю, там проходят розыгрыши. Все, всем приятного просмотра. Вайп. Пожалуй, это мое самое любимое время, когда у тебя есть камушек и желание кого-то ушатать на старте. Hello? No, don't worry, I'm friendly. We can kill this bot. Let's go try maybe. Yes? Yes, let's go. Let's go. Hey, Naked! Naked, come here. What's going on here? Go kill this bot. Help, Naked! Help! Nice! I'm dead! Они меня кинули в этой схватке. О, ну я появился там, где надо. Nice. Bad boy, bad boy. What you gonna do? Shut the fuck up, bitch. He's crazy. Yeah, I know. Go kill them. Let's go. Wait, no. I'm friendly. Friendly. I'm taking spear. Let's go. Nice. Let's go. Good job. Fuck you, bitch. One more. Look. We can do it. Follow me. Let's go team! Прощай, брат! Прощай! I pick you up! Suck! I can't get you! Easy loot, easy loot. Baba boy. Oh no, do. Давай! Бежим! Канидло, у меня есть предложение строить где-то неподалеку дом. Ты что, какие-то планы тут рассуждаешь, Алёш? Что ты встал возле столика? Смотри, тут такси-машина стоит. Что нет? Ты хату строить собираешься или нет? Иди дерево фарми. Задолбал тут стоять. Я увидел самое интересное место на карте возле космодрома и супермаркета и отправился сразу же туда. Да не нужен ты мне, реально, чувак. Ну, всё полегче. Убегай давай, пока я с Ширки тебя не ваншотнул. Давай, вот правильно, туда петля, убегай. Испугался меня? Suck penis, bitch. Нам нечем хилиться. У нас нет хп, но у нас есть два револьвера. У нас есть пешка. Потихоньку отсюда мы начинаем петлять. Я добежал до пункта назначения, подфермился и спрятал все ресурсы в смолстэшике. И побежал искать место для постройки. В принципе, это нормальное место. О, тут и клановые игроки есть. Я думаю, построиться тут где-то на дороге, это будет идеально. Строим топовую чизерку. Полотенчика. Ящик. Хата готова.
Осталось потолок. Вот так, бам. Я отстроил домик и увидел то, что возле меня падает дроп. Ну вы ж меня знаете, я не мог туда не сходить. О, дроп недалеко падает. А как это он не откис? А как этот меня видит? Меня ушатали, но за местом был долгий, и поэтому я решил пустить дело свои револьверчики. Йоинк! Гильгамеш, что-то очень знакомое. Где мой дом? И вот знаете, для меня уже стало обычным явлением то, что у меня есть много пушек, но нет даже топора, чтобы пофермить дерево. Получается, я живу возле своих противников, прям впритык. Запомнил, записал. О, это я отдыхаю. СНГ бадик, зеленая карта. Чувак, не надо. Я пошутил, я не специально. Как ты это делаешь? Ты ж не мог перезарядиться так быстро. Без шансов, но шанс. Окей. А ты мне дал шанс убежать? Вот и я тебе не дам шанса. Ух ты, какой дом. В принципе, хороший старт. Прям хороший. Осталось засейвить домик и укрепить защиту. О, почти попал. Ой, теперь я понял, что ты мне сделаешь. Понял. Понял. Теперь я прекрасно понял, что ты мне теперь сделаешь. Мансуй, как никогда не мансовал, брат. Мансуй, мансуй. Спасибо деду за победу. Спасибо Гарри Ньюману за эту убогую игру. Они меня пушат, это хорошо. Я пока картоху поем. Давай, бимш. Бам. Почти попал. Ой, меня бегут пушить. Можно подбайтить их.
Я взял свой единственный калашик и решил вернуться на тарелки. Срать я хотел на этот калаш. И вот знаете, я по-разному представлял, как я потеряю этот калаш. Ну уж точно не представлял о том, что у меня его отожмет какой-то руфкемпер. В этот момент мое седалище внезапно подогрелось, и я решил его остудить прохладным фармом. Ну и подфермить спокойно на забитом сервере не получалось. Всегда я встречал бомжиков, жаждущих меня убить. Я тебя захуярил. Вот у нас что? Перераб. Теперь вопрос, куда упал Томпсон? Оно стояло вот здесь, стреляло в меня. Допустим. Стреляет в меня. Из рук выпадает пушка, которая летит куда-то. Вот куда летит? Вот сюда она летит. Теперь мне бы хотелось найти типов с пушками. О, это впереди стреляют. Как раз туда, куда я иду. Bro, two guys do camp your base. But don't worry, I killed him. Good luck. Окей, если я засейвлю эти пушки, то мои соседи будут просто жалеть о том, что они стреляли по мне с крыши. Очень сильно будут жалеть об этом. Так, у меня по-прежнему нет защиты в доме. Поэтому у меня созрел план сходить немного пофермить. Или сходить на этот антирейд, который я слышу. О! Кто разрешал бегать? О, вау. Вот это, я считаю, пацаны неплохо проедили. Правильно. Надо фармить на папку Димаса. Чтобы папка Димас мог наказывать руфкемперов. Год. Челик, убив меня, сейчас бы очень много поимел, конечно. О-оу. Кажется, меня спалили. И вот в этот момент я понял, что хана моему домику. У меня всего одна дверь, и под моим домом уже бегают двое антирадчиков. Немец. Не, нельзя открывать. Как дела у тебя? Немец.
Етить хватить, не то лучше. Мне что-то спальника нет, надо спальник кинуть. Уже не такие сильные. Очевидно, мне нужно дерево, и очень много. В особо крупных размерах. То, что они найдут мой дом, я не ожидал. Pick me up, pick me up, pick me up! Where you live, go on, where you live? I live in your ass, bitch. Охотник с булавой чисто. Что за жесть происходит? Капец, я из-за них металла много потратил. Это опять ты? Опять охотник с булавой, понял? Патроны! Кончились! Походу, надо с ними поговорить брутальным голосом, чтобы они от меня отстали. Да-да-да. Натуха, голова двух. Open up. Open up. Кинять хуйня, хая, хуйня, 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 хуйня. А ты хочешь с нами постреляться? Да, нет никакого смысла от такого. Ну с нами стреляться, ёпта. Ну бля, ну... Так вас же много. Я один, вас много. Ты в одного идешь нас всех 13, ты, блядь, хули говорить-то, ёпта. Не-не-не, слушай, один вопрос только, не будем доебываться. Этот, держи дверь будет этот видео? Так вот, уважаемый Александр Держи Дверькович, вот скажите мне, что мне отвечать в таких ситуациях? Как я полагаю, там рассвет. Давай, знаешь, какой контент? Поставь себе кибитку вот возле тех типов, я тебе говорю, пойдем покажу. Ну, типа, будешь вот их заебывать сегодня, вот они онлайн сейчас как раз. Вот, кстати, по-моему, кто тебя убил тогда, вот, ну, типа, когда с калашом бежал, ну, типа, с этим, с той. Вот он, по-моему, с этой карты был. Ко мне пришли одни из соседей, они оказались русскими. И вот с этого момента я стал наемником. Они заказали у меня большую хланину, которая доставала всех на этом сервере. И я решил, ну почему бы и нет, попробовать свои силы, да, на них. Что-то как-то быстро эти ребята сдались. Супер быстро. Вот этот мейн, который у них за забором, там вообще и... вот, ну, да и та, наверное, тоже. Бегите! Так. У меня есть две лестницы лишние. Я знаю, куда я могу сбегать с берданкой, посмотреть.
Бай-бай. Выходить на улицу он не собирается. Также я не забывал про ту кланину, которую я чуть не размансил на тарелках. This is my base now. Hello. Get out of here. This is my base now. Don't open door. И пока я вроде как подружился с моими одними соседями, другие соседи готовили план по захвату моего дома. Но об этом на тот момент я еще не знал. И поэтому бегал и файтился, искал хилки, фармил ресурсы, ну все как обычно. Ну вы знаете мой геймплей, да? Заспавнившись дома, я услышал очень странные звуки. Звуки выстрелов по моей дверке! Мне явно не показалось, что меня рейдят. У меня хилок нет. И тут я оказался в полном тупике. У меня нет хп, у меня нет хила, у меня нет ничего. Эх, зарейдили мой домик, мой маленький, любимый домик. Теперь я снова бомж, и этот руфкемпер опять сидит на вышке. Вот вы можете спросить, почему я не расширял дом? Потому что это было невозможно сделать на фул забитом сервере, где постоянно стрелялись возле меня. Нет, нет и еще раз нет, выходить с этого сервера я не собирался. Зачем мне выходить с сервера, где реально весело? Я полагаю, можно крафтить щирки и идти разваливать этих томпсончиков. Да за шо меня-то кусать? Да-да-да-да-да, шо ты шо? Do you need potato? No, man, please. I don't have nothing. Are you like potatoes? Неужели тут никто не бегает? И тут я решил вернуться к клану на сателлитках. Да, у них было очень много всего, а у меня были чирки. Take a look at the ammo. Not here, not here. Not here. По-моему, они поднимаются на крышу. Hello, baby boy. Goodbye, baby boy. Я не зря ждал. А теперь мы текаем на аутпост. Я реально не зря ждал. Hello? Ананас, ананас. Ананас, can you give me recycle, please? Я переработал все свои компоненты, ну как свои, которые я выбил. И у меня вышло около 1000 скрапа. Сейчас мы будем смотреть, где что я могу купить за скраб. 1000 металл фрагментов? За 75 металла? Так это выгоднее, чем в магазе покупать на аутпосту. Это мы металл забираем и покупаем МВК-дверь.
Йоньк? МВК дверь у меня теперь есть. Привет. Здорово. А еще я решил подфермить деревце в безопасной зоне, чтобы я потом мог сразу отстроиться. И решил сделать одну небольшую ставочку, буквально на 500 скрапа. Отлично. Эта ставка мне была нужна, чтобы скрафтить второй верстак и изучить патроны с хилками. Мне надо идти строить дом. Только где? Вот здесь я, пожалуй, и отстрою свой дом. Отличный старт, я бы сказал. Буквально за 20 минут игры на сервере я отстроил себе офигенный домик. Все, чизерка готова. Но соседские дома были явно недовольны. У меня есть болт. Я, походу, спалил свой дом. Болт и 4x. Под моим домиком снова начали бегать, а я выжидал момент, когда же они уйдут. What have you done to you? Come on. Hey, hello, dude. Уходим отсюда. Потихоньку оружие ящиками забивается. Это очень хорошо. Это прям супер хорошо. Да вы задолбали. Пофиг. Я спалил свой дом, но у меня тут есть МВК-дверь, поэтому ничего страшного. Алло, тут. Somebody took your stuff. Что происходит возле моего дома? Мне страшно из дома выходить. Мэр, ты ж пока. О май год. Кто бы что ни говорил, это было красиво. Ха-ха-ха-ха! Ну, пацаны, держитесь просто. У меня уже места нету в ящиках. Очевидно, мне нужно идти фермить. Могут ли они сидеть у меня под домом? Конечно, могут. Нафармив немного дерева и камня, я решил сразу же укрепить свою чизерку, чтобы меня не пробахали. Так, выход на крышу, где он у меня будет? Выход на крышу, пусть будет тут. Ну а тут я гантрапы поставлю. В принципе, нормально. Сюда гантрапы, сюда печки. Сюда еще один проем. Вот сюда печки.
А вот сюда у нас будут еще, будет какая-то лутовая. Вначале ящики, потом еще вот это и вот так. И второй этаж мне нужен, по-любому. Берданчик этот на крыше постоянно тусует. Так кто ты такой, алло? Hello, my neighbor. How are you, my friend? Hello, how are you doing? I just wanna leave here. Are you okay? Okay, man, yeah, it's fine. Keep going, man. How many guys do you have in your base? In your clan? Yo, bro. Have you got any food, my guy? What is your name? Yo, dude, have you got any food? Cause I'm gonna die. Oh, they're shooting at us now. Oh, we're naked. Run. What is your name? Dude, have you got any food? I'm gonna die. Delta. I'm going to die unless I get food. Wait, I wanna kill them. He's naked. Headshot. This guy dead. Show me your nickname. Nice. Are you live here? This is all your base? Wait, is yeah, this little one by two down here. Do you need a good neighbor? Have you... Take it. Food. What was that, sorry? Oh. Oh, thank you. Do you need good neighbor? Oh. Yes. Okay, guys, I have deal for you, my friend. If you farm 5k wood for me, I give you semi-automatic rifle. Good deal for you? But yes. Yeah. We'll do it. Take it. If you farm 5k wood for me, I give you a semi-automatic rifle. 5k? 5k, yeah. Okay. You can build base close to my base and I can cover you. And I can help you. Так я подружился с моими иностранными соседями, завел новые знакомства и предложил им свою защиту. В обмен на дерево. Угу. Чапный фуд, падавай. You too. Thank you for this deal. So very nice. If you need help, just tell me, okay? Мой бизнес наемника шел в гору. Я помогал ребятам, и они фармили для меня дерево. Это было неплохо. Плюс у нас с ними были торговые отношения. Я им давал какие-нибудь компоненты, а они могли мне что-нибудь скрафтить. Ну, естественно, за определенную доплату. Gears? Yeah, I have. Do you have gears? How many? Two? Yeah? Thank you so much. You're the best. Так у меня появилась моя первая гаражка. I have two gears. Oh, three gears. Take it. Okay, thank you. Потихоньку я подлутывал различные артешки, собирал скраб и расширял свой домик. Ну, 56 МВК насыпало. Огонь. На моей горе я был царь и бог, и не разрешал убивать бомжей. Все, кто это пытался сделать, были наказаны. Поэтому это была, скажем так, вторая чил-зона. И даже мог себе позволить просто полежать у себя на крыше. Yeah, ooga booga. Hey, okay. Look. Say, no, don't run. Go back. Oh, shit. Jeez. Shit, that shit went through me, dude. Nice. Take it. Отличная фотка. И вот сюда тоже. Мне нужны компонентики. А где я их могу нафермить? Правильно. Где-то на сателлитках.
Сбили в зиме. Можно попробовать сбегать, посмотреть хотя бы, что там и как. Кисло. Да, это прикол. Походу, мне не нужен больше вертолет. Хотя я был близок к победе. Can I get something? Oh, this is starting. Can I get something? You can take this shit. А ты что тут делаешь? Димас. Да вы, блять, я бахнул печку у них. Сейчас рейдить их собираемся. Ха, понял. Я бежал на вертолет, и за мной какие-то типы выбежали. Я смотрю, не кису, думаю, кто это вообще? Меня вчера взорвали, ты знаешь? А я думаю, ты это ливанул, смотрю, я вышел, дом гниет. Не, соседи. Без дверей, думаю, ну... Твои соседи кому-то хату отдали, а те челики меня взорвали, короче. Ну, я могу поработать наемником, помочь эту базу бахнуть. А если останется, то у меня есть один домик на примете. Ну, он небольшой вообще, от слова совсем. Да, давай. Мои бывшие соседи пригласили меня на рейд в качестве наемника. Я решил им помочь, ребята были в онлайне, и нам нужно было их зарейдить. Миссия не из легких. Поэтому каждый из нас готовился как мог. Ну а я просто лежал и чилил у себя на крыше. Тун-тун-тун. Ого. Вот это спуск был. Дельта, take it. Oh shit, thank you. Oh, thank you. Thank you, thank you, man. No problem. Ну, у них есть чем проблемы, их можно было бы бахать и в онлайне, но типа ихняя вот эта вышка на скале. Они оттуда дефаться будут, ну, жестко будет. А у нас, ну, типа, мало народу. Считай, ты да я, и еще у меня один тиммейт. Ну, трое это немало на самом деле. А у тебя есть я тут... Я кажется, он один, он типа сейчас куда-то... Киба есть у тебя? Нет. Чё есть? Кибитка, кибитка. Прямо у них на территории, вот печка. Ну, вон печка, да. Так ты можешь печку ресурсы просто поскидывать основные и все. В общем, я зашел к ним в Дискорд, и мы решили отправиться рейдить их прямо сейчас. Хоть они и были в онлайне. Здорово. Шалом. Шо там у нас? Это, если походу, у... Сколько знаю, у вас сишек? Я зашел в ресы докинуть. Сишек сколько? Сишек 18. Так это изи, это настолько быстро произойдет, что он даже не заметит, что произошло. Ну, типа того. Не, ну бах, ты будешь эти все, да, мы чистые. Не, я лучше буду прикрывать, а вы будете бах. Да. Ну ты вот с какой стороны думаешь? Вот как я предложил, или вот с той стороны? Да, можно как ты предложил, типа там самый простой путь. Ой, хорошо. Там да. Прыгнуть можно было. Я... мне не получилось. Если он в окнах. Если еще треугольник подстроишь, то можно нормально перейти. Окна, окна, окна. Хит башка. Сейви сразу ракеты. И поехали сишками. Ну не внутри обошел. Ну сзади бомб вышел кто-то. Не, там бомж. Если
надо бить танк. И иду. Скоп. Убил он. Найс. Домик убили? Непонятно. Он в окнах. Он меня убил. В окнах меня убил еще. У меня хила нет, кисло. Одному башку разбил на крыше. Мне голову дали. Ты жив? Да-да-да. Ебальный. Они вдвоем на крыше чекают? На один на крыше точно меня смотрит, второй хилис отошел. Отошел. Три хита. Башку ему разбил. Бля, мимо. А очень хотел. Там, по идее, еще есть. Я упал. Минус один. Меня сейчас убьют. Меня убили. Вот сюда стишку кидай. Он не поставит там. Вот любую. И по ней постреляйте. Один минус. Бомжи сзади, меня убили бомжи. Забрал калаш. За печку, за печку, за печку. Двое нахуй. Бля, бомжи бежит. Ты с МПшкой, Гильгамеш? Нет. Да я гол, у меня рядом. Тихо. Спали. Сейчас будет ночь, будет нормально. Убил одного. Забрал калаш. Дима, живи, я уже подбегаю. Я жив, у меня света нету, справа тип, близко. Убил его на крыше. У меня тип под хатой. Убил. У меня. Убил его. Подожди, подними, подними. Я подниму. Во мне тюк, если надо. Еще топ-сет забрал. Убил его на крыше. Ты пошел. У них вроде как КД, ребят. Слева они антират идет. Они оттуда еще вон у них, я тебе говорю, у них застроений много. Убил его. Все восьмерки. Вот Айва. И ту. Я бегу с фишками. Минус два. Нет, хрен знает, я нигде не видел. Слева кто-то бежит. Диманс, я одну ракетку скинул, одна будет там лежать, одна у меня будет. Хорошо, окей. Тот самый, но еще капец, блин. Вынес, отлично. Тут верстак. Тебе в любом случае нужно вон туда бахать, в гараж. Давай, 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 пойду, пойду. Убил кого-то. Подтаскивайте ракету. Иду. Я знаю, где шкаф, я вижу его. Он тут, он. Нет. Тут. Убил его. Убил, убил, убил. На. Шкаф! Все, шкаф справа. Бля. Свет надо, не вижу. Бля. Можешь верстак разбить. Хотя ладно, шкаф, и мы сейчас подберем его. Если там шкаф, набрал верстак. Прям не калаш. По мне. 70 экспы лежит. Крафт шкаф. Надо ну, дальше их, походу, надо бахать, я не знаю. Есть чем настроить? Тут много всего, тут гантрапы. Аккуратно. Че по шкафу? Он сишку кинул! Я его убил сишкой! Не прыгай, не прыгай! Как по мне, я перед вами валяюсь. За печку калаш. Он в этом. Шкаф поставил. Ты жив? Забеги внутрь, залутай топ-сет. Не, он дохера кто. Я внутри у него, тут все ящики открыты. Здорово. Тут базуки, тут все, ребят. Он на КПП кислый, слева.
какая там гантрапа? Ты сдох от гантрапа, там же шкаф я поставил. У меня типы подкаты. Бегу. Я запушил через КПП. И один подкатывал в НПЗ. Тихо. Я застроился внутри. Я забыл, что смысл это. Внутри все у меня открыто. Все... Убил наверху, типа. Фу, я чуть не откис, ребят. Там трое или четверо. Тихо, 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 тихо. Убил еще одного. Сзади бомжи, бомжи много. Двое или трое. Все, я иду. Я нашел, где они входят, я застраиваю. Давай, давай, давай. Я застроился, все. Хорош. Бля, потно, потно, просто потно. Ты в камень застроился? Да. Ты что, не такой там, да? Чувак, меня чуть чел не убил сейчас. Ты убил? Нормально. А где он появился, я не пойму. Возле печки. Ему надо это... Я его застроил, я его верхний этаж застроил, все. Возле КПП бегает. Нету никого? Открывай. Жан, покрой пока там. Сейчас это... Не вопрос, я здесь, возле входа стою. Я крафчу. А, гантрап, гантрап! Да чувак! Я первый раз зашел в хату. Во мне металл, во мне металл. Гаражка ставлю. Замки, надо, крафти замки. Да-да-да. Гильгамеш. Гантрап, я про этот гантрап слышал 5 раз и... А они дэхуют вдвоем с открытой херней, ну типа какой смысл? У него ж нет крыши? Есть. Ну ладно, протолкнешь меня и это, улетишь. Протолкни меня туда. Давай. Да, на нашу печку, если что, туда сейвься. Там, кстати, иди, смотри там. Тут дверь. Дом мы у них прорейдили полностью, гонорар я получил, собрал у них пару топ-сетов, калаши и, в принципе, для полного счастья у меня уже было все. Ты ремень пристегнул? Ах, да. И еще я немножечко прихватил пушек для своих соседей. Hi, neighbors. Where are you? Sup? Oh, dude, you might wanna jump in the airlock a bit. There's people shooting. Come here. Take it. It's for you, my friend. There's people shooting. Oh. Oh, cheers, bro. Whoa. Oh, oh my god. Holy shit, it's Christmas. Thanks. Cheers, cheers. Yeah, they're east, they're east. Thanks, dude. No problem. Ну а еще собрав весь наш порох, ракеты и так далее и тому подобное, мы решили зарейдить наших соседей, которые стреляли по нам с крыши. Hold his positions, guys. Let's go, let's go! Whoop, whoop, is the sound of the police. Whoop, whoop. Nice. Ну слушай, тут пахнет окупом. If you want something, you can take this shit. Okay. Alright, I'll go and look now. Thanks, man. Ну и как я уже говорил ранее, убивать бомжей на моем участке было запрещено. И поэтому я отбивал все домики, которые рейдили в округе. Кто разрешал рейдить бомжей? Don't touch nakeds! На КБ. Спальник хозяина этого дома остался, и я решил ему оставить записку с паролем от металлической двери. Сейчас мы вот так вот сделаем, вернем хату. Ну и положил ему туда пару топ-сетов и оружие, чтобы он мог выживать. Ну а соседей, которые его рейдили, я немножечко наказал.
OMG, дуд. Чё? С тобой все нормально? Take it. Oh, thank you. Oh, thank you, man. Thank you, man. Good luck. Thank you. I killed them all. Oh! Like, what the fuck? Naked AK? Okay. I'm not naked now. You naked now. No, yes, my friend. Good job. As the naked sneaking up. Goodbye, brother. Yeah. Good luck. Sorry, bro. I killed you because I'm scarlet, bro. Hello, naked friend. Hi, it's me again. Say cheese. Oh, well. Yeah, cheese, bro, cheese. Take it, it's for you. Oh, man. It's for you, bro. Oh, man. Take it. Like, what, but, oh, thanks. Thank you so much. Oh, this is the best photograph ever. Oh, nice. I like that one. I really like that one. Like, watch out, there was a fight, like, I think 300 or 400 meters from here east. Okay, bro, take it. I'll give you back your stuff. I just wanna leave from the server. Wow. Oh, really? Yeah, I wanna leave from the server. Why? I felt the same this morning, actually, because we got raided yesterday night. Wow, dude, I didn't... What the fuck? What? I didn't expect that. I really didn't. Well, but it was a good job. really. GG. Good luck, bro, and shoot in my face. No, I won't. I can't. You can. Just scream and shoot in my face. Oh. Yes. In my face! Okay, bye-bye, dude. Bye! Ну и если тебе понравилась данная история, не забывай ставить лайкосик, писать комментарий и все в этом роде, и подписываться на канал тоже не забывай. А еще я добавляю всех в ВК. Честно. А вообще, надеюсь, мне удалось передать атмосферу данной игры и поднять вам настроение, ведь вы, мои зрители, мотивируете меня делать контент. Всем спасибо и всем пока!